Три причины, почему перед протезированием зубов нужно обязательно посетить мануального терапевта. Здравствуйте, меня зовут Сергей Длин, врач-невролог, остеопат, руководитель клиники лечения позвоночника и суставов. И это мой канал о том, как правильно заботиться о своем организме, чтобы сохранить здоровье на долгие годы. Первая причина, почему перед протезированием нужно обязательно посетить мануального терапевта. Дело в том, что мануальный терапевт может оценить состояние опорно-двигательной системы и обнаружить проблемы с позвоночником или мышечным балансом. А это важно, так как проблемы с опорно-двигательной системой могут привести к неправильному распределению нагрузки на зубы и привести к неправильному контакту зубов при жевании. Второе. Мануальный терапевт может помочь улучшить позицию челюстей и головы, что может облегчить процесс протезирования зубов. Он также может помочь расслабить мышцы лица, что влияет и может помочь при долгом временном использовании протезов. Третье. Предотвращение повторной потери зубов. Разбалансированная опорно-двигательная система может привести к дополнительному распределению нагрузки на зубы и повторной их потери. Мануальный терапевт может решить эту проблему и предотвратить повторную потерю зубов. Кстати, в моей клинике в Москве вы можете пройти диагностику у невролога или мануального терапевта абсолютно бесплатно. И чтобы записаться, переходите по ссылке под этим видео. Берегите свое здоровье и до новых встреч на моем канале.